Желаю удачи на капитанском транспондере оси. Оборонные силы ковенантов не обнаружены. Что? Здесь нет ковенантов? Может, никого нет дома? Thank you.
4.19. Запрашиваем подкрепление для нашей позиции. На связи Фулхаймер, Картана. Я слушаю тебя. Но ты внутри корабля ковенантов. И я не уверена, что смогу. Следуйте по сигналу и приближайтесь быстро и низко. Сбоку корабля имеется отсек шаттла. Вас поняла. Картана, эхо 4.19. Приближаемся. Приближаемся. Кто тут еще что-то хочет?
пригодилась ваша помощь. Боевую сеть ковенантов и найду код, чтобы открыть дверь. Thank you.
Должно быть, мы в тюрьме. Это похоже на тюремные камеры. Наверное, там множество станций заключения, и капитан в одной из них. Надо продолжить его поиски. Как раз появился. Приходить сюда было необдуманным поступком. Вы двое сами об этом знаете. Спасибо. Marines, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Да, сэр. Что ж, нас загнали в ловушку. Я слышал от охранников, как они говорили об этом мире кольце. Они называют его Хала. Минуточку, сэр. Получаю доступ к его сети ковенантов. В соответствии с данными в их сетях, кольцо имеет своего рода глубоко религиозное значение. Если я все правильно анализирую, они полагают, что Гела — это своего рода оружие невообразимой мощности. Так значит, это правда. Ковенанты все время говорили, что тот, кто управляет Хало, управляет судьбой Вселенной. Теперь я понимаю. Я перехватила несколько сообщений о поисковой группе ковенантов, которая ищет машинный зал. Я полагала, что они ищут трап на крейсер, который я повредила во время сражения над кольцом. Но они, должно быть, ищут машинный зал Гела. Плохая новость. Если Хала — это оружие, и ковенанты получат над ним контроль, они используют его против нас и уничтожат всю человеческую расу. Шеф, у меня для вас есть новость. Мы должны опередить ковенантов и первыми попасть в комнату управления Хало. Парни, пошли. Да, сэр. Хорошо, сэр. Шеф, вы правы. Мы должны отправиться к шаттлу и вызвать эвакуацию.
Нет! Без капитана. Ковенанты... Картана, Эхо 419. Капитан, у нас. Нам нужна эвакуация. Никак нет, Картана. Меня атакуют воздушные патрули ковенантов, и у меня сейчас тяжелые времена. Я пытаюсь их стряхнуть. Лучше будет, если ты найдешь свой собственный транспорт. Вас поняла. Картана, конец связи. Поддержка с воздуха отрезана. Мы должны быть здесь, пока она не сможет приблизиться. Вас понял. По пятеро вперед. Хватит ныть, солдат. Помни о том, что ты солдат. Картона, если вы с шефом поможете нам попасть на один из кораблей ковенантов, я смогу увести нас отсюда. Что за... Час расплаты настал. Ковенанты верят, что то, что они называют тихим картографом, находится где-то под тишиной. Картограф — это комната с картами, которая приведет нас в центр управления делом. На острове множество сооружений и строений. В одном из них находится комната карты. Мы приближаемся. Сейчас начнется жара. Ну, выходи, кто на меня? Пострадал. Кто-нибудь, пошлите сюда военных. Ты знаешь, где мы работаем? В доставке? Ладно, выступаем. Давайте найдем комнату карт, которая укажет нам, где центр управления дела.
стене утеса. Готова поспорить, что тихий картограф находится внутри этого помещения. Ковенанты начинают серьезное сражение. Картограф должен быть здесь. Кортана и Кизу. Продолжай, Кортана. Вы нашли центр управления? Никак нет, капитан. Ковенанты задержали наше продвижение. Мы не можем продолжать, если не отключим систему безопасности этого сооружения. Вас понял. Мы еще на пути к цели. Когда мы туда доберемся, я могу потерять с вами контакт. Вот ваши приказы. Я хочу, чтобы вы любыми средствами пробили путь в сооружение и нашли центр управления Хала.
Похоже, есть проход внутрь острова. Oh, hey,